За один день закрыли казино и два салона, а правоохранители Краматорска обнаружили подпольные и горные заведения. О том, что такие работают в городе, милиционерам сообщили жители. В заведения пускали только постоянных клиентов. Сотрудникам УВД потребовалось разрешение суда на обыски в салонах. Там обнаружили десятки игровых автоматов. Теперь ищут организаторов бизнеса. Если их вину докажут, им грозит штраф до 850 тысяч гривен. По результатам проведенных обысковых мероприятий было изъято 85 единиц игорного оборудования, в том числе рулетка на 10 посадочных мест. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов указанных игорных заведений.